можна так? На двары непагадь, таму прысутныя складаюць кветкі і далей адкрыццё пераносяць у кіназалах. Дарэчы, сярод гледачоў пераважна дзеці, шкаляры з бліжэйшых школ. Мы знаем множество его фильмов, с родителями пересматривали «Люди на болоте», то есть множество фильмов, даже в школе как-то проходили. И сегодня ему исполнилось 80 лет. И вот мы пришли поддержать и прикоснуться еще раз к его творчеству. Нам очень стало интересно, и мы хотим посмотреть его фильмы художественные, что они из себя представляют. Мне бы хотелось узнать, где он жил, с откуда родился. На уроках нам показывали фильмы, мне очень понравилось. Первой картиной ретроспективы стала стужка «Я родом с детинства» и не выпадково. Сёлета фильму исполняется 50 годов. Дарэчы, юбилей означает сам проект «Туровская осень». Распачатый он был 15 годов тому, у 2001-м. За гэты час фильмы Виктора Турова прошли по кинотеатрах в области сотни разов. «Люди на болоте», «Война под стрэхами», «Празмогилки» – фильмы, что увайшли у скарбонку кинематографа краины, кожный раз гучать по-новому. В течение 10 дней будут проходить ретроспективные показы и в городе Могилеве, и в Могилевской области. Ну и закроются Туровские дни вечером памяти, посвященным 80-летию Виктора Турова, в котором примут участие и его дочь Елена Турова, и его одноклассники, его ученики. Туровские дни на Могилюшине будут продолжаться до 4 листопада. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, «Новина регион».